Ну-ка, брысь. Здесь белки, домашние животные. Ну-ка, брысь, домашние животные. Ну, вон она, семечка зовет. Сейчас я тебе дам. Печеньку не давай. Чуть-чуть, на. Там ешь печеньку, у тебя лежит. Ваня завел себе белку. Я завел даже белку. Итак, друзья, пошли выбрасывать свой мусор, прогулялись по пляжу и насобирали еще половину пакета мусора. Так вот, подумалось мне, хорошо, что вы не ездите по России, не засираете ее. Мусора от вас меньше. Все, всем мир. Погода ненастная, поэтому решили посетить музей. Посетили музей краеведческий, который находится при школе. Вход стоит 100 рублей. Музей, ну такой классический краеведческий музей. Вот. От нечего делать, можно зайти посмотреть. Тем более погода сегодня нелетная. А сейчас идем подкрепиться. На Хужире все закрывается. Буквально каждый день одно-два здания, одно-два заведения закрывается. Вот, скоро, наверное, все закроется. Решили зайти в кафе «Мулевая бочка», потому что там есть позы с рыбой. Надо их попробовать. Итак, друзья, рыбная поза из омуля. Рыба. Вкусненько. Так что советую попробовать. Мне понравилось. Снова непогода. Вот так все хорошо начиналось. Погода улучшилась. И после обеда перед ужином мы решили прогуляться. Просто вдоль Байкала. По бережку, по плешку. Так что вот. А на ужин у нас макароны с сосисками. Итак, друзья, краткий итог сегодняшнего дня. Гуляли, погода не очень. Зашли в музей, да, посетили музей. При школе находится краеведческий, ну, видели. Что еще? Бум-бум-бум-бум-бум. А, попробовал позы из омуля. Позы мне понравились. В общем, наверное, попробую все вариации из омуля, что можно приготовить. Но пока самое лучшее для меня это вот именно горячего копчения омуля. Огонь, листьянки. Едете в Лисянку на рыбный базар, и там все пробуете. Огонь. Ну и все. Познакомились с мужиками из Кемерово. Веселые, забавные вески. Все. Сплю. Спокойной ночи.